Здравствуйте, друзья. Я покажу несколько базовых техник на пятый дан по джиу-джитсу. Если будут сильно сложные, попробую чуть упростить и адаптировать. Части хотя бы. Надеюсь, у нас уже получится. Первое. Идет атака сзади. Атака сзади подразумевает то, что мы тянем вон туда, для того, чтобы уронить, перевернуть и обездвижить. Во время захвата противодействуем резким рывком вперед. Руки тянем силой. После этого начинаем атаковать передней ногой, пяткой в район паха. Бам. И встаем за него, руки здесь. Локти слегка в стороны, спина прямая. После этого руки уходят слегка вперед. Движение похоже на ударом пальцем. Бам. И выдвигаем руки слегка вперед, уходим одновременно вниз-назад. Та рука, которая была сейчас со стороны передней ноги, уходит сюда. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Прижали. Атаковали. Нажимаем. Давайте упростим, оставим только один элемент. Будет по одному проще. Первое. Идет туда снизу, блокирую и одновременно ладошкой в ухо. При этом отхожу. Эта рука давит на шею, эта рука на руке. Нахожусь в стойке, здесь туда. Отхожу примерно под 90 градусов. Раз, два, туда. Продолжение следует...
10, 11, 12. Ну и вариант короткий. А снизу. Раз, два, три. Раз, два, три. Есть возможность обменяться опытом и рад пообщаться и обменяться таким образом умениями и знаниями. К сожалению, из-за маленького отрезка времени не получается многое показать. Ну, что успели, то успели. Благодарю вас. Это было общим, как бы, а там детальнее. Благодарю.